Всем привет! Сегодня у нас прекрасная погода, и мы вышли на прогулку в лес. В лес. У нас замечательный лес. Какой у нас лес? В основном сосновый, да? Да. Сосны у нас растут. Сыночек, а у дерева что есть? Шкура. Ствол. На стволе кора. Кора, да? Ветки растут. На них... листики или иголки? У сосны это иголки. Она вечно зеленая. Вот. О, пилу. Кошка? Пилу. Где? Ну иди к нам. Иди с нами гулять по лесу. Это вот. А у других деревьев у нас листики, да? Расскажи, папуаска, что она наша. Ну подожди, пускай она до нас дойдет. Мы пока ее не видим. Привет, Леву! Кс-кс-кс. Пойдешь с нами гулять сегодня по лесу? Ну, пойдем. Пойдем с нами. Пойдем. Погладишь ее, Артур? Ой, она решила показать, как она ползает нас по деревьям, как белка. Она любит попрыгать по деревьям. Иногда залезает высоко-высоко, даже до скворечника. Ну, иди сюда, я тебя поглажу. Я боюсь. Ну, Даша, она боится. Чего ты на меня? Она пойдет гулять с нами. Ну, хорошо. Пойдем с нами гулять. Пойдем. У нас кошка, как скажи, собачка. Все время за нами сзади ходит. Да? Ну хорошо, пойдем вместе гулять. Ну расскажи, какие еще деревья у нас растут? Березки у нас есть с белой корой, да? Она пойдет с нами. Пойдем, пойдем. Березки у нас есть. Рябины. Ольха. Ели. Да? Ну пойдем ли вы с нами? Пойдет, пойдет. Пойдем, мы гуляем. Пошли. Сыночек, а почему мы в лесу идем? Вот это что такое? Это? Тропинка, да? Тропинка. Тропинка. Откуда тропинки появляются в лесу? Люди их протаптывают, да? Да. А что людям в лесу надо, скажи? Ну, они гулять ходят по лесу. А что еще? Не знаю. Что? Собирают ягоды. Ягоды собирают? А какие у нас в лесу ягоды растут? У кого дома что у нас растет? Брусника. А что еще? Виноград. Ну, ты шутишь, какой виноград? Дикий виноград только. Ты имеешь в виду для птичек, да? А вот это что такое? Вот сейчас уже листиков вот мало осталось. Вот это вот что такое? Черника. У нас очень много черники в Латвии, да? А я думаю, кто там мяукает? Наверное, это наша кошка. Ну, конечно, кто же еще, кроме нашей кошки, может с нами идти? Так вот, люди ходят в лес, да, собирать чернику у нас, бруснику, да, в лесу. А осенью что они ходят собирать? И мама собирает с ножиком и с ведром. Грибы. Грибы, правильно. И какие грибы я приношу обычно? Это было мое эхо. Эхо, да. В лесу можно услышать эхо. И какие грибы я приношу, ты знаешь? И боровики, и лисички у нас есть. Подосиновики, да? И что еще? Лесные шампиньоны, польские боровики. У нас вообще-то очень много. И поганок много, да? Да. Поганок вообще очень-очень-очень много. Мы их не будем перечислять. О, ты знаешь что? А вот это вот что такое? Вот это вот, вот такое цветет цветочками. Лаванда. Нет, это вереск. Вереск это. Он цветет и белыми, и фиолетовыми цветочками. На лаванду. На лаванду? Чуть-чуть совсем. А вот это что такое? Мягкое. Вот это вот такое мягкое, зеленое. Мох. Мох, мох, да. И вот брусничник, вот брусника. Мох. Мох у нас бывает разный. И белый, и зеленый. Разных-разных цветов. Вот посмотри, какой же, посмотри, какой красивый зеленый мох. Да. Очень красивый, да? Так и хочется к нему прикоснуться. Мягкий-мягкий. Ну, пойдем. Ой, Артур, а что это такое посреди тропинки? Да. Что это, ты знаешь? Корни деревьев, правильно. Это корни деревьев. А для чего деревьям корни? А?
как не знаешь? Что корнями дерева делает? Во-первых, держится, чтобы не упало, да? У него широкая корневая система. А во-вторых, все получают питательные вещества из земли. Да? Воду, например, и другие минералы разные. Пойдем по этой тропинке? За нашей кошкой? Ну, пойдем. А что кошке нравится в лесу, сынок? Как ты думаешь? Кого она нам домой приносит? Кого? Мышек, да? Кошка в лесу ловит мышей. Нет, она там кого-то увидела, она ловит там кого-то. Ловит мышей. Да. Сынок, а что еще в лесу есть? Вот это летает, кто такие? Разные. И бабочки, насекомые разные, да? Комарики. Оводы бывают в лесу. Осы. Комарики, да? Тоже. Что ты там роешь, Лео? Она нашла чью-то нору, наверное. И пытается мышку какую-то оттуда выудить, да? Мы тебе не мешаем, красавица? Говорит, вы мне помешали слышать мышку. Вот видишь? Насторожилась. Ты пойдешь с нами, Лео? Ну ладно. Хорошо, ладно, пойдем дальше гулять. Когда мы гуляем по лесу, мы идем только по тропинкам, да? Почему? Потому что есть... Клещи у нас есть. У нас в Латвии много клещей в лесах, которые очень активны до того момента, пока нет морозов. Вот когда настанут морозы, тогда клещей станет меньше, они спать лягут. А пока еще они активны. А скажи, чем можно заразиться от клещей, если они укусят? От вируса? Болезнь Лайма есть. И клещевой энцефалит. Можно умереть? Ну, это очень неприятные болезни, от которых практически нет лекарств. И поэтому энцефалита у нас делают что? Прививки. Тебе делали прививки? Да. Ну вот. В ручку? В ручку, да, делали тебе прививки. Серия прививок делается, да? Да-да, я снимаю Леву. Ну вот ты по деревьям будешь скакать? Нет, он говорит, пойду с вами. Ну, пойдем дальше. Ну, давай расскажем, что еще у нас в лесу? Кто еще живет у нас в лесу? Животные, наверное, дикие? Да. Ну, кошки. Ну, кошки это домашние животные. Собаки. И собаки тоже домашние. А кто же у нас, кто в лесу живет? Крот. Кроты. Да, кстати, очень удивительно, но кротов очень много в лесу. Кроты живут, волки, медведи, лисы. Кто еще? Еноты. Олени. А кого еще мы встречаем иногда? Косули. Да, когда едем на машине, встречаем косули. Перебегают нам дорогу. А кто такие межуцукас? Кабанчики, кабаны тоже есть в лесу. Какой-то гриб нашел? Да. Это вряд ли съедобный гриб. Какие-то грибы еще все еще есть. Да? Хотя уже становится холодно. А вот еще грибы есть. Мы тебя ждем. Она с нами разговаривает. Подождите, говорит меня. Я с вами иду. Ну, пойдем. Пойдем, покажем тебе очень интересный мох красивый. Пойдем с нами. Вот, посмотри, Артур, какой мох красивый. И посмотри, что во мху есть. Посмотри, какой мох красивый. И что есть во мху? Грибы. Между прочим, съедобные грибы. Маховички. Если бы мы захотели, взяли с собой ножик, то могли бы собрать сегодня на суп грибов. Начало ноября, грибы у нас еще все еще есть, потому что стоит теплая погода.
Ну, Лева тоже с нами пришла. Ну да. И пойдем покажу тебе можжевельник. Вот. Видишь такой можжевельник, растение? Да. Это куст такой. Подойди ко мне. Потрогай его ветки. Иголочки. Да, потрогай его иголочки. Они колючие, да? Но очень вкусно пахнут. Чувствуешь? Да. Вообще в лесу очень вкусно пахнет у нас. Соснами. У нас очень прекрасный лес. Это приходите гулять в наши леса. И кошки наши тоже очень нравятся здесь. Что Лева делает? Как ты думаешь? Точит когти. Об кору дерева точит когти, да? Да, у нее когти должны быть очень острые, потому что она ползает по деревьям. Она думает, на какое дерево забраться. Ей очень нравится ползать по деревьям. Да, а кого она ищет там на деревьях? Как ты думаешь, кто ее там дразнит обычно? Птицы. Птицы ее дразнят. У нас много птиц. Какая птица, ты знаешь, стучит по дереву все время? Тук-тук, 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 тук-тук. Дятел. Да, дятел, правильно. Да, дятел. А кто-то, и такие маленькие есть еще, которые ползают все время по стволам деревьев, клесты, да? Да. Все они что в деревьях ищут в коре? Личинки насекомых, которые дерево, да? Делают дырочки в деревьях, личинки. Во, вот ты, Лева, полезла на дерево. Ну, ты высоко уже залезла, красавица. Веточку нашла. Не упади. Ну вот, и синички к нам прилетают, и лесные голуби. А лесные голуби не такие, как в городе. У них такая полосочка есть на шее. Ты видела лесного голубя? Угу, по веткам ходит, гуляет. Вот и Лева охотится за птичками. Один раз она домой нам птичку принесла. Охотница. Ну давай, слезай, прыгай. Пойдем дальше. Она хочет еще выше залезть. Ей там нравится, она высоко сидит, далеко глядит, да, все видит. Что она высматривает? Ну, наверное, какую-то птичку очередную высматривает. У кошек что, очень хороший слух? Слух, да, они такие уши большие. Она может принести домой сову? Сову? Ну, я не знаю, совы обычно по ночам же летают, днем совы спят. Угу. Сейчас. Да. Ну, пойдем. Она у нас сегодня главное видео, да? Вышла с нами погулять и показывает нам разные номера. Может, мы так найдем клад? Клад. Как ты думаешь? Что она вереск нюхает, да? А коты, ты знаешь, что они кушают травы иногда? Да. Себя лечат, да. Если кошка заболела, она может какую-то травку найти, себя лечить. А еще кошки же сами себя моют, да. Вылизывают. И в желудок попадает у них что? Шерсть. А когда шерсть попадает, она там забивается, и кошки кушают траву, чтобы эту шерсть из желудка вывести. Вот они какие. Да, на такое дерево тебе трудно будет залезть. Она очень широкая. Широкая сосна. Смотри, она даже из двух половинок состоит. Из двух вершин у нее. Две вершины у этой сосны. О. Давай. Куда же она нас ведет? Идите, идите. Лева твой дружок, да, Артур? Да. Вы дружите вместе? Да. Скажи, и мыться мы вместе ходим вечерами,
и гуляем. Для нее в лесу очень много запахов. И звуков, да. Звуков, запахов, шуршаний. Она часто мышки, мышек приносит, вот. И за шишками любит бегать, когда ты бросаешь ей шишки. Вот возьми шишку, брось, покажи. Леву. О. Да, Артур бросает ей шишки, она за ними бегает. О, с ней очень весело гулять, да? А у нас очень веселая. Великая хищница. Да. О, проснулась. Ладно, наша прогулка подходит к концу. Говори всем, ата. Ой, все, я проснулась. Когда дойдем до дома, идем к нему. Всем пока. Всем пока. Всем пока. До следующего раза. Еще увидимся. Еще увидимся. Все, пока. Пока.